Сегодня я хочу показать вам мои посылочки с Алиэкспресс. Я, конечно, их уже открыла, уже некоторые даже поносила, некоторые даже уже вымазала. Вот. Ну, все равно хочется показать вам, рассказать. Ну что, мои дорогие, поехали. Вот сегодня я хочу показать первое, с чего начну. Ой, все знают, что занимаюсь я таким рукоделием, там где что подшить, где подштопать, все. Заказала вот такую тесьму, видите? Она такая хорошенькая, широкая, разных цветов. Вот. И здесь две больших, две поменьше и такие вот совсем маленькие. Все как типа, знаете, что-то подшить где-то на рукавничек, где-то на горловинку. Единственный минус, они по 1 метру. Вот длина. Видите? А так они такие хэбэшненькие, такие, знаете, если что-то у трикотажа, там, например, сделать на рукавничек, чтобы где-то, или там воротничок, вообще будет класс. Ну, это надо продумать. Я больше брала, знаете, на детские такие переделки. Думаю, ну, и вообще, где-то что-то такое, может, на полотенце где-то украсить надо. Вот, так что, вот так. Второе. Заказывала, ну, у меня iPhone, и кто, у кого iPhone, знает, что опасаемся, чтобы не разбить его, хотя я всегда в чехле, и у меня всегда я стекло одеваю на это, поэтому заказала на всякий случай 2 стекла, тем более они такие недорогие были. Я посмотрю, если получится, я ссылки сброшу, как-то не научусь я их еще там сканировать, да и как начинаю я их, эти ссылки вставлять, вечно все уже там товар по другой цене и его нету. Здесь вот идет 2 салфеточки и стекло такое, ух, сейчас, у меня здесь пленочка, а здесь такое стекло, слышите, вот, ну пока как бы пока, ну все равно пригодится. Потом, так, вот это я заказала, тоже увидела, кто-то показывал, наверное, Натали 75, что ли, или кто-то, для маникюра, всякие рисунки. Тоже что-то стоили копейки, там 58, что ли, рублей 5 штук. То есть цена нормальная, они с такими наконечниками, ну, как такие шарики, крупные, меньше, меньше, там, и совсем маленькие, и с 2 сторон. То есть за такие деньги... Прекрасно. Потом, у меня немного, пришла мне еще вот такие полубусинки. Смотрите, какие красивые. Вообще, они такие половинки, их приклеивать. Вы знаете, можно, ну, кто хочет там на кофту, кто хочет на сапоги, на кеды, хоть на перчатки, хоть, ну, я не знаю, кто куда хочет. Я думаю, что они нужны. Тоже чуть недорогие, 50 рублей были. Вот, так что... Вот. И еще пришла мне такая, знаете, здесь написано гортензия. Не знаю, у нас, конечно, она не вырастет, это точно я знаю. Но хочу попробовать. У меня кумасик с Краснодара. У нее, конечно, там тепло, у нее она там, она заказала, ей пришли. Говорит, такие мелкие, такие все. А у меня почему-то они не мелкие. У меня вот они такие, как почти помидорки, что ли. Ну, чуть меньше семян помидорок, что-то не фокусируется. Вот. Тут тоже сколько штук? 3, 6, 9, 10, 11, 15. Вот. Я еще у них заказывала там всякие тюльпаны, еще какие-то, что-то еще, хризантемы. Нет, что-то я еще заказывала. Ну, там корни пришли такие. Короче, их все на Виттгенштейн, даже не стала их показывать. Отстой вообще полнейший. Вот, еще хочу показать, заказала вот такую картину. Я уже такую одну картину купила не в Алиэкспрессе, а Галамарт у нас есть. Вот. Но это мне нужно успеть к 1 дню рождения. Вот, кстати, которую я купила в Галамарте, прекрасно она и клеится, и все, и быстро, и все. Я один вечер посидела, сейчас покажу, сколько я сделала. Ну, вот картинка.
Здесь Святой Николай, по-моему, да? Вот. Так что у него лицо не вышивается. И, в общем, вот это не вышивается, вот это. Лицо, рука. А все остальное, ну, не вышивается, как это, клеится вот это. Так что буду пробовать. Мне понравилось это занятие. Ну, здесь, конечно же, всякие вот эти, как обычно, идет ручка. Ну, наверное, да, ручка, вот тут этот силикон, ну, и корыца. У меня уже есть такое корыца, и ручка такая. Ну, и, ой, здесь так их мало. У меня вот в той, которую купила в Галамарте, там 27 с чем-то штук. А здесь 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штучек. И стоило она что-то 360, что ли. Там была распродажа. Вот. Так что это вещь хорошая. Сейчас заодно я покажу, которая с Галамарта вышивка. Больше ничего не положил. Продавец нет. Ой, одна упала это. Я говорю, здесь он целая корыта всяких. Так. Вот вам покажу. Видите? Вот это я уже вышила. Вот это, вот это, вот это, вот это. И кое-где здесь, здесь. Видите? И блестит она так хорошо. Вот это вот все вышито, видите? Где-то вот до сюда. Это за один присест, наверное, часа два. Так. Больше мне некогда было. То дача, то дети, то работа. И она так блестит красиво вообще. Мне так понравилась она. Не то, что вышивать, там все там чик-чик-чик-чик. Вот. Единственное, что мне что-то не понравилось, вот этот, который карандаш вмакать, вот это, вот этот красненький, он какой-то суховатый. В общем, вот этот вот. Тот какой-то суховатый, вот. Но красивый вообще. Мне так нравится, он отменно. Думаю, подойдет кому-нибудь так из подружек. Я сама как бы не вешать некуда. И это, сделать ее в рамочку, оформить, и будет вот так. Ну вот, мои дорогие, вроде бы и все мои. А, еще самое главное я же не показала. Ладно, сейчас покажу. Все, кто смотрел мое видео, где я еду там на дачу, когда мы с девчонками там в баньке парились, я ехала в этой куртке. Она мне тоже пришла с Алиэкспресса. Стоила она там 1000 рублей. Вот, я выбирала специально себе, ой, плохо видно будет, чтобы вот здесь была пластмассовая молния, потому что, если у меня подбородок закрывается железной молнией, у меня раздражение полнейшее. Я один раз померила куртку железной, у меня у Кумасика дочь купила, и мне понравилась эта куртка, я померила, что там, я не знаю, 15-20 минут я в ней побыла, и у меня на бороде такое все вздулась борода. Поэтому я убиралась пластмассовой, и чтоб не закрывалась до бороды. В общем, вот это мне натирает. Я уже в ней была как раз, вот плохо, что я что-то захотела такое веселенькое, такое светленькое, да, и в машину ее. Внутри она вот так вот, мех сейчас, ну как такой... Не знаю, как натурально, никак не натурально, знаете, такой, ну, вот есть такие свитера делают, или, ну, он такой, или пледы, вот такой мягенький, такой приятненький, такой, вообще, вот он, это, обыкновенный воротник. Здесь, конечно, надо доделать, вот сюда хочу пришить одну скрепку, ну, как ее, кнопку, чтобы под бородой застегивалась. Ну, хотя мне машину и так нормально. Я покажу еще, как она на мне сидит. Так что... Как-то вот так вроде бы все. Thank you.
все, мои дорогие. Если кому понравилось, ставим пальчики вверх. Кому не понравилось, ну извините. Всего хорошего, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал, ищите меня в инфобоксе. Пишите комментарии, буду очень рада. Это меня еще больше мотивирует на видео. Ну что, мои дорогие, всем пока-пока.